Сегодня, 21 октября, призывники из муниципальных образований региона собрались на территории бывшего Ульяновского училища связи. Теперь здесь базируется воинская часть номер 2731. Началась военно-патриотическая акция «День призывника» с торжественного построения будущих воинов на плацу. Ребята, находясь пока еще на гражданке, были поделены на 4 военных группы. Более 200 молодых людей внимательно слушали советы и наставления командиров. О целях проведения таких патриотических акций будущим солдатам рассказал руководитель занятий. Основные цели задачи – показать и довести до ребят, которые призываются, что не нужно бояться службы в вооруженных силах, что для них созданы все условия, чтобы они проходили нормальные службы в вооруженных силах, что они будут оторваны от родителей, от родственников, своих близких, от девушек. Соответственно, мы должны рассказать и покажем, как проходит воинская служба, какие созданы для них условия, в какой форме одежды они будут. Два будущих защитника Родины приняли участие в возложении цветов к памятнику связистам. В ходе акции молодым людям показали выставку оружия, рассказали, что служба в армии – это вовсе не фильм ужасов. Будут показаны 4 учебных места здесь. Это быт военнослужащих, то есть казармы, где они проживают, это спальное помещение, это служба дежурных будет показана техника войск связи. Единственное, что мы здесь показываем им, раньше мы не показывали, как происходит учебный процесс связистов именно на территории этой воинской части. Стоит напомнить, что осенний призыв в Ульяновской области стартовал 3 октября. 24 октября состоится отправка первых новобранцев в части. Впервые в 2016 году на осень мы готовим стрелков-парашютистов в количестве 35 человек в системе ДОСАВ. Они делают 3 прыжка, получают теоретические навыки и практические, и уже пойдут в части постоянной боеготовности подготовленными специалистами воздушно-десантных войск. Осенний призыв на территории региона продлится до 31 декабря. Андрей Корчагин, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.